Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловила», который располагается в Киеве на бульваре Первого. Ваше внимание, сегодня на обозрение предоставляется детский рюкзак от немецкой торговой марки «Deuter». Модель данная детская, называется «Wild Funch», имеет емкость 10 литров, зеленый цвет, симпотный, красивый, хороший рюкзачок для детей, для занятия спортом. Если вас интересует спорт для детей, то всегда должен быть под рукой какой-то инвентарь, одежда, полотенце, бутылка с водой. Все это сюда помещается. Хорошая спинка имеет структуризированную форму, которая позволяет ребенку меньше сутулиться. Это не пластиковые вставки, это мягкие поролоновые здесь вставки, которые делают комфортному ребенку пешеходные походы. Если вас интересует данный рюкзак, то вам объясняем. В данной ситуации я хочу показать вот эти вот фурнитуры, мелкие части пластиковые, сделанные из хорошего пластика, который не отлетит в течение там 2-3 месяцев. Мало того, в нашем магазине на эту фурнитуру 10-летняя гарантия. Если какие-то вопросы могут возникнуть, всегда к нам обращайтесь, мы это все вам меняем по гарантии. Вот внутри стоит есть такая вот для формы приятная поролоновая штучка. Она держит форму. Внутри рюкзак имеет два отделения. Одно отделение это для ноутбуков или еще чего-нибудь. И второе отделение большое уже будет приятное. У рюкзака верхняя часть закрывается легко. Если у вас где-то дождь идет или еще что-то, то вот эта часть просто накрывается. И мгновенно у вас вся внутренняя часть защищена от погодных условий. Внутри на крышке самого рюкзака есть место, где можно написать имя, фамилию, адрес, для того, чтобы потом впоследствии этот рюкзак никто не мог присвоить. Внутри есть на крышке самого рюкзака есть специальное отделение, это потайное, куда можно положить какую-нибудь мелочь, я имею в виду денежную. Также есть затяжка, как вы видите, очень удобная. Верхняя часть затягивается на веревку. Тем самым рюкзак буквально за 2 секунды легко можно одеть, застегнуть. Есть липучка наружного кармана. Сюда легко помещается бутылка воды. Вот это светоотражающий элемент, который является основополагающим в рюкзаках для детей и для взрослых. Это нормальное явление для хорошего немецкого рюкзака. Боковые части также позволяют... Они сетчатой формы, имеют возможность сюда вставить бутылку с водой. Ну, данный рюкзак очень легкий, удобный, на 10 литров для детей. Если вас заинтересовал данный рюкзак, приобщайтесь в наш киевский спортивный магазин. Мы всегда готовы встретить наших постоянных клиентов. Постоянным клиентам всегда скидки.